Нет. Вот. Да ну, деньги. Просто вот деньги у меня, вот, как сказать, негде их хранить. Практически негде. Если я положу в карман, могут ограбить. Это раз. Положишь в банку, зароешь. В банке они чернеют. В буквальном смысле. Ну, за неделю. Вот погода, если сырая, погода сырая. В любой, хоть герметичная, хоть какая банка, они, ну, просто, я вот не знаю, вот как, какой придурок Великую Отечественную войну, когда шла, вот эти в капсулах, ну, патроны или что куда-то они, ну, специально капсулам бойцам давали, чтобы они записки туда ставили свои, свой, ну, где местонахождение находился, год рождения, и вот они... Вот какой-то придурок вот такое сделал, и чтобы сохранить там туда-сюда. Буквально вот эта капсула, вот эта капсула. Неделя. От нее ничего не остается. И как она могла сохраниться там? Вот есть что-то, говорит, какие-то капсулы. Да это все вранье. Вот. Я вот лично, ты хоть как, вот сколько я живу, какой-то герметичный не делай, запечатано. Неделя проходит, посмотри потом, что там происходит. Там дерьмо все произойдет. Да. Да. В общем, у нас очень много все вот, в государстве. Вот, и вот бандит, ну я имею в виду, государство это бандиты. Они всегда врали и всегда врут, ну, народу, да. Потому что они не знают, вот бандит, вот это государство, да, они не знают, что такое зернышко, вот, что такое пшеница, да, и как она закладывается в землю, как закладывается, и как ее убирать, они этого не знают. Они только вот знают, вот это государство, как грабить. Который вот этот зернышко мужик посадил, вырастил. И вот только они знают, как вот это грабить. И больше они ничего не знают. Ну и оружие давать народу, наверное. Ну, потому что они сами вооружены до зубов. И крестьянин говорит, да нахрен ты сеешь-то, да, он тебе пистолет. Пистолетом грохнул, и ничего делать не надо. А что ты так мучаешься? Так, вот так у нас оставляет вот, государство. Потому что вот в тюрьмах, там большинство мужик работает, ну, на всю тюрьму. Ну и сами тюремщики. Вот, например, тюрьма на исходе. Финансов нету. Финансы же все равно приедают. Там все не так. Чего они делают? Идите пиздуйте, воруйте нахуй, заколупаливанное. Их, короче, выпуливают из тюрьмы. Да. Все, они пошли грабить. Награбились, туф-туф-туф-туф-туф, приходят. У-у-у-у. Тюрьма их принимает. О, молодец. У тебя сколько? О, молодец. Два. И все, тюрьма приняла. На, всех принимает. Вот. А тут, короче, там все говорят, всех принял. Все, тюрьма пополнилась капиталом. Капиталом пополнилась. Все, тюремщика сейчас не убивают, не надо их убивать. Все, вот, и опять же, некоторое время опять приходишь, опять их выпускают. Опять грабят честный народ. На. А потому что вот этот преступник, вот если меня он грабит, этот преступник, да, я его ничего не должен делать. У нас как говорят, дом моя крепость. Да какая крепость? Это не крепость, знаешь. Ой, ёшка, какую-то ерунду придумали, да. Вот. Я вот как-то шел, вот сейчас у нас такой степени,